I seem to be online. Let me check, because I have a iPad right near, just in order to check. Oh, four people. Yeah. Everything is fine. Four people. Окей. Всем привет, добрый вечер и добро пожаловать на наш очередной живой разговор в прямом эфире. У нас сегодня необычный разговор, потому что у нас присутствует гость из Канады. Ховард, hello, Ховард, how are you? Добрый вечер. Добрый вечер, thank you. Да, у нас сегодня, еще раз повторюсь, необычный эфир, потому что мы будем говорить про платформу Prelude, платформа-акселератор доверия для распределенной команды. Я немножко пару слов скажу про Ховард. Ховард – один из соавторов этой платформы, мы давно с ним общаемся. Ховард, we are collaboration around three, four years, I think, yeah, together. That's right. Да, и, соответственно, мы построим следующим образом сегодняшний разговор. Я немножко поговорю про платформу, насколько я ее уже знаю, видел, и, соответственно, расскажу, где она может применяться. И, соответственно, потом мы передадим слово Ховарду, он покажет реальную платформу для того, чтобы можно было и посмотреть, а что же это такое, минуя слайды, да. И будем рады всем вашим запросам, потому что на все вопросы мы постараемся ответить. Можно будет писать их в чате, и, соответственно, в живом эфире мы постараемся на них ответить. Если нужно будет перевести, соответственно, я постараюсь перевести, и мы позже выложим, соответственно, все то, что, ну, презентацию Форда, то, что он говорил, мы выложим в русской транскрипции для того, чтобы можно было еще посмотреть видео. Окей, тогда начинаем. Соответственно, поговорим немножко про платформу, вообще про проблематику платформы, для чего это все создавалось и какие вопросы мы решаем. Да? Если вы помните, мы уже несколько недель назад говорили про распределенные команды, что ключевой задачей для распределенной команды, для того, чтобы ее построить эффективно, является построение доверия. Да? Мы говорили, что это достаточно непросто сделать для таких вот команд, потому что, как правило, мы про это забываем, и, соответственно, мы забываем, что это нужно сделать, уделять внимание, и, соответственно, потом получаем какие-то фейлы в конце, да, не можем разогнать команду и так далее. И поэтому вот мы говорили про возможные инструменты, и вот как раз платформа Prelude – это один из таких инструментов, да, и причем я подчеркиваю, что это не разовый инструмент, это не просто там какое-то упражнение, это действительно платформа, да, и сейчас мы поговорим, что она может из себя представить, да. Во-первых, как я уже сказал, мы ориентируемся всегда в распределенных командах на создание такой химии, да, то есть с одной стороны у нас должна быть непрерывная практика, да, непрерывная практика команды в выработке каких-то общих соглашений, доверия, и, соответственно, мы должны научиться регулярно к этому возвращаться, да, но зная, что на самом деле происходит в таких вот командах, особенно в том окружении, которое я, по крайней мере, встречал, очень часто у нас происходит следующее. То есть у нас либо у нас нет на это времени, и мы не выделяем достаточно ресурсов на то, чтобы остановиться и сказать, что, ребята, давайте сейчас посмотрим, что на развитие команды. То есть мы собрались, мы бежим, на нас есть какое-то давление, и, соответственно, мы бежим, пытаемся, как белка в колесе, в таком непрерывном потоке. Да? Более того, зная примеры, как собираются распределенные команды, мы пытаемся сэкономить на костах, соответственно, команды собираются для того, чтобы экономить, и, конечно же, никто никогда не выделяет время на то, чтобы посмотреть и остановиться, и улучшать что-то. Ну, зачастую в тех примерах, которые я встречал. И поэтому, как правило, все это вытекает в некий результат. Мы про это уже говорили.
какой результат возможен, да, это, во-первых, возникает огромное количество конфликтов, да. Конфликты ведут к тому, что у нас появляется недопонимание, у нас появляется сложности, мы скрываем информацию, мы, соответственно, не знаем на самом деле, что коллеги делают, и постепенно все это приводит к тому, что теряется эффективность команды, и, по сути, мы как компания несем убытки. Мы несем убытки из-за того, что нет доверия, мы несем убытки из-за того, что не делятся знаниями, мы несем убытки, что из-за того, что у нас постепенно сотрудники уходят, мы нанимаем новых, и, соответственно, такая ситуация регулярно-регулярно повторяется. Да? И поэтому, с одной стороны, мы, если мы руководство, мы пытаемся выкачать максимум из этой компании, из этой команды. С другой стороны, постоянная ротация, постоянная конфронтация подразделений приводит к тому, что все, компания не теряет, не зарабатывает деньги, а больше теряет. Соответственно, было бы здорово найти какие-то инструменты, которые нам позволили бы вот эти вещи преодолеть. Во-первых, преодолеть на старте возможность сбора или там возможность выстраивания на старте какого-то командного соглашения, командного доверия для того, чтобы мы могли уже на берегу посмотреть, а кто представляет, какие игроки у нас в команде, да, и, соответственно, на берегу уже решить, а что мы можем здесь исправить, либо как мы по-другому собрать команду, да. Во-вторых, когда мы формируем команду и начинаем работать, нам было бы здорово иногда периодически возвращаться и аджаститься, да, посмотреть, а что происходит у нас внутри. Ну и понятно, что каким-то образом наш уровень скиллов, скиллов сильных сторон сопоставить с той, соответственно, с теми задачами, с теми проектами, которые у нас стоят, да. То есть вот есть, по сути, три задачи, да. То есть первая – это на старте, вторая – внутри, и, соответственно, уже некое исполнение, да. И из практики я, соответственно, достаточно давно искал такие инструменты. Если в команде, которая находится в одном месте, мы можем это сразу же посмотреть и сонастроить, достроить это все дело, то вот в распределенной команде это сложнее, да. Если только мы, там, не знаю, нерегулярно встречаемся, соответственно, нет у нас такого механизма, да. И поэтому, вот как один из вариантов, это вот платформа, да, Prelude Suite, которая нам позволяет вот эти вещи посмотреть и, соответственно, с ними что-то поделать, да. Соответственно, сейчас я кратко расскажу про основные такие блоки, потому что их на самом деле очень много. Я думаю, что Ховард дальше лучше расскажет про начинку внутри. Вот, но основные ключевых таких больших модуля, да, их три. То есть три таких шага, наверное, по развитию команды. Во-первых, это сонастройка. То есть когда мы пытаемся посмотреть, ну, по сути, провести сонастройку команды, дальше мы получаем какой-то первый опыт. Первый опыт не вокруг работы связано, а первый опыт по проектированию нашего командного духа и, соответственно, нашей командной identity, наверное, такой вот. То есть наши, такой perfection vision нашей командной работы. И, соответственно, последний шаг, да, последний блок – это исполнение. То есть как мы можем сопоставить наши задачи с теми уровнем скиллов, которые у нас есть, да, и, соответственно, как это можно сделать. И сейчас кратко проговорю основные шаги, которые мы, как правило, делаем. Да? То есть мы, на самом деле, эти вещи уже неоднократно прогоняли с пилотными командами, да, и, соответственно, есть на чем основываться, есть на чем строить уже рассказ сейчас и презентацию. То есть это не фейковая, да, презентация, а именно основана на каком-то опыте. Итак, что у нас происходит? По сути, мы пытаемся, вот если посмотреть на эти конкретные шаги, мы пытаемся обеспечить, то есть в итоге получить, ну, некую психологическую безопасность вокруг нашей команды. Если раньше посмотреть на те вебинары, которые мы уже проводили, мы часто затрагивали такой
сопоставление психологической безопасности и доверия в команде, эти вещи, конечно же, они очень сопоставимы, и они идут всегда рядом. Да? То есть если мы говорим про психологическую безопасность, основываясь на проекте Аристотеля, который проводился в Google, это слагаемое, оно достаточно важное именно для построения эффективных команд. То есть это способность чувствовать себя в некой безопасности, способность открываться, способность не бояться самой уязвимости и, в принципе, как бы получать поддержку от коллег. Да? И это, в принципе, психологическая безопасность, это первый шаг для построения доверия вообще внутри команды. То есть если мы говорим, что доверие – это долгосрочная игра, то вот психологическая безопасность – это именно, наверное, такое ключевое, первое слагаемое наше доверие в команде. И поэтому мы, в принципе, как бы должны на это обращать внимание. Да? Итак, что же происходит? На самом деле мы стараемся вот эти вещи, внутренние вещи команды, да, немножко подтюнить, потрогать. Во-первых, мы... Так, ну, я к этому слайду, наверное, вернусь попозже. И к этому тоже. Значит, с чего мы начинаем? Мы начинаем все, как я уже сказал, с некого самоассессмента, да, то есть мы хотим разобраться, а что у нас именно со мной, как с личностью, происходит, да, то есть по сути, если посмотреть опять же на цикл развития доверия, это некое доверие к себе, то есть я хочу посмотреть, а какие мои сильные стороны есть, и система, основываясь на собственной какой-то модели, она в принципе позволяет мне обнаружить мои и проанализировать мои сильные стороны, то есть мы говорим именно про сильные стороны для того, чтобы первое, появилась самоуверенность и доверие к себе, потому что доверие к себе – это, по сути, ну, первый шаг по выстраиванию доверия в команде. Да? Только после этого мы можем двигаться вперед. Да? И поэтому в достаточно простой манере платформа позволяет эти вещи сделать. Да? И, соответственно, у каждого из участников нашей команды появляется некий профиль, отражающий сильные стороны. То есть это может быть что? Это может быть там, если у меня свой аналитические какие-то стороны, это, соответственно, аналитика. Если планирование, то, соответственно, я больше такой стратегический игрок, соответственно, у меня будет это на первом плане. Если у меня я больше склонен драйвить, исполнять, соответственно, это тоже будет на первом плане. Ну и так далее. Почему это важно? Это нам, еще раз подчеркну, важно с точки зрения выстраивания как доверие к себе, внутреннего доверия, так и потом мы эту информацию будем использовать в комбинации с другими участниками команды. И это очень важно, на мой взгляд. То есть мы делаем такой мостик между персональным профилем и профилем команды. И дальше, соответственно, для того, чтобы завершить этот цикл, мы помимо того, что есть у нас видение и понимание внутреннего профиля, мы еще говорим про ценности, про нашу историю, да, то есть для того, чтобы дальше ее в качестве небольших упражнений использовать для того, чтобы обнаружить вот эту тонкую грань между уязвимостью и способностью в данный момент раскрываться. Потому что если мы не можем на старте быть раскрытым, быть немножко открытым к нашим участникам со стороны, то это нормально, просто это вот мои сейчас границы, да, и очень важно именно здесь на старте проговорить про мои ключевые ценности, потому что, как правило, даже в коллокейтед команде мы про это не говорим. Что же делать, если у нас команда распределенная, да, то есть как же нам про эти ценности проговорить, потому что это ключевое. И, соответственно, что мы сейчас имеем? То есть у меня есть профиль моих сильных характеристик, есть попытка построить, утвердить доверие к себе, и есть некая история, которую я могу раскрыть, проговорить. Соответственно, вот эти все вещи, это делается на старте для того, чтобы мы немножко друг друга получше узнали, да, особенно про ценности, я уже сказал.
И, соответственно, каждый из участников команды делает то же самое. То есть у нас получается мост к построению профиля команды, и, соответственно, у нас появляется некое общее видение, а что же мы за команда, да? И дальше мы уже переходим к аналитике. После того, как мы, каждый из нас заполнил свой профиль, у нас появляется возможность посмотреть, а как же наша команда сейчас состоит, насколько она гармонична, насколько представлены сильные и слабые стороны, да, и цветами мы здесь, в принципе, можем обозначить наши, то есть цветами обозначено это наше направление, куда мы можем двигаться и, соответственно, проанализировать, а есть ли у нас дисбаланс, либо нет, да, то есть вот такой интересный такой пример, когда, в принципе, мы можем уже на берегу проговорить про какие-то возможные риски и дальше с ними что-то делать. И, соответственно, конечно же, обсуждать ценности, обсуждать возможные пересечения, возможные недочеты, возможные действия, которые мы можем сделать вот именно с такой картинкой. Что же дальше? То есть, смотрите, как я говорил, у нас есть блок сонастройки, да, то есть вот это важный шаг между построением доверия, развитием доверия. И дальше было бы здорово, вот я очень много и часто сталкиваюсь с тем, что нет понимания, а что же, ну, то есть вот доверие как бы хорошо, а что, как это перевести в экономическую составляющую, ну, вообще в исполнение, да, и, соответственно, здесь вот это можно мостик сделать. То есть следующий шаг, мы начинаем обсуждать, то есть мы начинаем выстраивать наши картинки нашего будущего, да, и вообще наши картинки вокруг нашей команды для того, чтобы, ну, во-первых, посмотреть, а что же мы из себя друг друга представляем, да, как мы видим на самом деле развитие команды, как мы видим взаимосвязь между друг другом, да, и, соответственно, как мы видим, как мы коммуницируем, да. То есть, смотрите, если в первом случае мы просто говорим про профили команды, то здесь мы даем возможность команде выстраивать некие и оттачивать коммуникационные навыки, моделируя всевозможные состояния команды, будущее состояние, соответственно, возможно, задавая вопросы, а что изменится, если придет новый человек, да, или как будет выглядеть картинка, если мы построим идеальное будущее нашей команды. То есть мы переключаемся с обсуждения просто каких-то результатов, некой метафорической картинки для того, чтобы научиться общаться и понять на самом деле глубже друг друга. И это делается все онлайн, соответственно, делается все в виде упражнений таких, да, и на самом деле с реальными командами, которые работают непосредственно там, сидя в одной комнате, мы, в принципе, проходим такие же вещи, делать то же самое упражнение. Кто-то использует Лего, кто-то использует просто какие-то совместные обсуждения. Здесь гораздо проще это сделать. То, соответственно, для распределенной команды она лишена этого. И, соответственно, было бы здорово такие вещи тоже научиться. То есть мы больше раскрываемся, мы понимаем друг друга и, соответственно, выстраиваем какие-то метафоры вокруг нашего совершенного будущего, да, за которыми можно ставить гораздо интересной, больше интересной информации, нежели мы получаем ее в ежедневном режиме. Ну и, соответственно, последний шаг, что бы мне хотелось здесь проговорить, это а что же дальше? Ну да, вот у нас есть профиль команды, у нас есть инструмент, который позволяет выстроить и усилить нашу коммуникацию, да, а все-таки как-то можно подойти к реальным задачам и, соответственно, попробовать как-то эти задачи сопоставить с тем уровнем характеристик, тех уровнем скиллов, с теми сильными сторонами, которые у нас сейчас есть. И, соответственно, и это тоже шаг отображен, реализован в этой платформе, да, соответственно, мы можем, используя наши профили, которые мы, соответственно, с вами запланировали на самом начале, да, и идентифицировали, мы сейчас их можем
сопоставить и завязать с теми сложными вызовами, которые у нас у команды есть. То есть это может быть проектные задачи, это может быть продуктовые задачи, это может быть какие-то риски. И, соответственно, здесь мы уже, планируя эти задачи, мы можем сопоставить, а какие нам с точки зрения сильных сторон нужны для того, чтобы драйвить эти задачи. Да? То есть, по сути, мы с помощью этого инструмента можем формировать правильные команды, либо обозначать путь развития для команд, если мы сейчас не можем найти подходящий состав сильных и слабых сторон. И это здорово, потому что это можно делать на лету. То есть представьте, у нас формируется какая-то команда, которая должна драйвить какой-то новый проект. Либо это, если посмотреть на практики команд, которые используют, организации, которые используют какие-нибудь бирюзовые практики, да, то есть представьте, нам нужно сделать какой-то сервисный круг вокруг нового сервиса. Да. Мы не знаем, кто туда войдет, и, соответственно, у нас есть драйвер как задача, и мы можем этот драйвер завязать на какие-то, на тот уровень скиллов, на тот уровень сильных сторон, которые нам позволяют, позволяли бы его драйвить, соответственно, выполнять. Да. И мы набираем уже подходящие кандидатуры, исходя из того, что мы с вами выбрали. Это, мне кажется, здорово, потому что, это визуально, это делается быстро. Соответственно, мы всегда можем вернуться к нашему прошлому, то есть это история, и, соответственно, мы можем к нему вернуться, посмотреть, как это было. И самое главное, что мы можем еще вовлекать людей для того, чтобы они еще какие-то соседние области у себя прокачивали, потому что, возможно, им сейчас не хватает этих вещей, но они могут подключиться и, в принципе, тоже попробовать поделать и, соответственно, поразвиваться. Да? И вот такой Team Alignment, да, он позволяет нам эти вещи, соответственно, внутри команды достаточно быстро реализовывать. И самое главное, что мне очень здесь нравится, это то, что это не назначается ни менеджерами, это не назначается каким-то сторонним человеком. Это мы можем дать на откуп самой команде для того, чтобы она эти вещи честно, прозрачно делала. И опять же, возвращаясь ко всему, это и есть доверие, потому что мы доверяем друг другу, вот они наши профили, и мы, соответственно, их можем использовать в лучшей комбинации. Да? Это не значит, что кто-то из нас плохой, просто лучшая комбинация, она всегда открыта, и, соответственно, мы ее можем выбрать вместе. Это здорово, я считаю. И, соответственно, основываясь на том опыте, который есть, еще одна вещь очень часто сложно реализовываться в такой распределенной команде – это командное соглашение. Да? Соответственно, вот здесь вот мы, в принципе, можем и командное соглашение, ну, некие наши правила и, соответственно, правила и договоренности мы можем реализовать. И это тоже, соответственно, остается у нас в системе, мы к нему можем всегда вернуться. И, по сути, эта платформа, да, превращается в некую платформу для работы нашей команды с этим проектом, либо там, с другими проектами. Ну и как это выглядит? Ну, выглядит примерно вот так, да, то есть есть достаточно большой профиль, да, мы можем собирать разные команды, ну и понятно, что вся агенда, она расшифровывается, кто, какой профиль, какой получается, да, мы к нему всегда можем возвращаться, да, и, как я сказал уже, быстро формировать команды, когда это необходимо, подбирая необходимый профиль. Я думаю, что на этом, наверное, я закончу презентацию и передам слово Ховарду. Если есть вопросы, пишите к нам в чат, да, соответственно, мы сейчас посмотрим просто слепок реальной команды и посмотрим, на самом деле, как это внутри все выглядит. Поскольку запись у нас останется, мы ее можем переиспользовать несколько раз и посмотреть, что на самом деле происходит. Ховард, I would like to finish with my presentation, and it will be very interesting to show a real system just in order to clarify what we have. What do you think? You mean to actually show the platform? Yes, exactly. I have to set it up, so let me do that. Give me a couple of, I should have set it up, but I didn't. So just give me a couple of secs, and I'll do that.
I'm sorry I didn't do that earlier. I'm going to do this as quickly as I can. Ничего страшного. This is the, we've just launched the 2.0 version of our platform. And just this week, in fact, so the timing is very good. We still have a few little things to do, but now I'm gonna share my screen. Let me do that. So, are you seeing my screen? Yeah. Да, да. So here is the platform. If as a facilitator, one would come here and the team would have access to the platform along with the facilitator. Mm-hmm. And sorry, yeah. I would like to translate for our audience. Okay. Это вот так выглядит рабочий стол, соответственно, для распределенной команды. Да, мы сейчас зашли под фасилитатором, поскольку есть еще опция фасилитатора, да, и, соответственно, вот здесь в достаточно простом меню мы видим все те необходимые срезы, которые мы, соответственно, про которые мы говорили. Ну, сейчас дальше посмотрим. Окей. Go ahead. Yeah. And so just to give an idea, this is what, as a facilitator, the facilitator would have their own ability to set up what we call sandboxes for each team that actually go through those three steps interactively together. And I'm going to show you what that looks like. Mm-hmm. Mm-hmm. So let me do that. Yeah, and Howard, we got some question. Can you see question in YouTube or no? Can I see questions in the chat? I don't see. I guess it's you, not me. So okay, I can read the question. What yes. I saw from our participant, what I saw is implementation of StarMap took. Which can be used during splitting group into teams. Ok? Yes. 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 Okay. So I'm going to show you now an example of a team. This is a demo, mm-hmm. But it'll give you an idea. So we're looking at a hypothetical company, and now we're looking at their product team. Mm-hmm. So here you will see, here is the team. And so everyone on the team has completed their ISTAR assessment, almost. So as a facilitator, one has an overview of the whole team. And we see here that everybody's completed their assessment except Carl. Mm-hmm. So as a facilitator, in the first session, 1 week before, everybody would get access. And ideally in that week, to take 20 minutes to complete their assessment. And in that week, if somebody for one reason or another is delayed, the facilitator knows exactly who they need to contact to see what is the issue. Mm-hmm. We start off with the opportunity for the facilitator and the team in a pre-check for the team to give a sense of itself. Mm-hmm. Are they in harmony? Maybe there's issues. And this is a way for the team to take the temperature, its emotional temperature, if you will,
which gives the facilitator some ideas about where to focus. Okay, I will translate. Да, здесь вот интересный такой модуль, то есть интересный такой момент, я про него не говорил, и, в принципе, его раньше не хватало, да, то есть это некий такой предчек, а что мы сейчас на самом деле имеем с командой. Из опыта, да, вот возвращаясь к нашим экспериментам с этой платформой, была такая необходимость, даже если бы не было там платформы Prelude, то есть начиная работу с командой, колоки, тоннели там распределенные, всегда хочется понять, а вот что мы сейчас имеем, соответственно, ну, некий срез, ассессмент сделать. И с этим всегда проблема, потому что, ну, они, их достаточно большое количество, и они все разные, да. И было бы здорово, например, на берегу сделать какое-то измерение, посмотреть, провести диагностику, потом что-то сделать с командой и, соответственно, сделать аналогичную диагностику после какого-то времени, да, и вот, в принципе, этот инструмент, он встроен в платформу, да, его нужно попробовать, соответственно, мы вот хотим запилотировать, да, и было бы это здорово, потому что оно, он может вытащить интересные вещи, да, связанные в том числе и с доверием. Окей. And we've tried to design this overall platform because working virtually, time has to really count. So everything we've done is to get the most benefit in the shortest period of time. Mm-hmm. So this takes about 5 minutes at most. Mm-hmm. Да, это 5 минут занимает, соответственно, достаточно такой быстрый пречек. Yeah, and just to give an idea of what the report, the actual report that each individual team member generates that's unique to them. So this is an example of what the report looks like for this person. And you'll see here how their particular badge is configured. We explain how to read the badge and we explain what the scores are and what the colors mean, and simply step by step, the person is able to very easily understand and use the information. Mm-hmm. Соответственно, вот так выглядит один из вариантов отчета, да, про сильные и слабые стороны, вот, которые мы говорили. В принципе, он достаточно читабельный, и если возвратиться к тем пилотам, которые я пробовал с реальными командами, с российскими, как мне сказали из обратной связи, понятно, что система не русифицирована пока, что, в принципе, достаточно понятно, да, и самое главное для меня было всегда важно, насколько реально вот такие отчеты, потому что их достаточно много, разных подходов, совпадают с теми ощущениями, которые есть у человека, да, и оказалось, что, ну, 80%, 85%, наверное, вот так вот, людей сказали, что это мой профиль. Это, в принципе, здорово. Окей, Ховард, I have two questions about how to match people profile with tasks. Can I read this question? Okay. Yes. Question one, does it support co-working of few people under a single task? Could you ask it again? I'm sorry. Question, does it, I think I can copy this question into our chat. Let me look at chat here. Okay, yes, it's pretty easy. Not seeing it. Oh, there it is. Yeah. When I saw this on the star map. Yes, exactly. Does it support co-working of few people under single task? Yes. And if I show more of the platform, I think it may help to picture more fully. Okay. Answer. So I wanna stay with the report for one more minute and just go down, scroll down,
because the whole idea here is for each person to be able to see themselves and each other holistically. And that's very important when it comes to our strengths relating to the tasks that our project team might have, even if it's a very narrow task focus. We want people to actually work with their assessment and create what we call an I-STAR story. And this is very important because often what happens is if somebody is in a particular role, then there's an assumption that that is what their focus should be. But often what's missing is that that person may have additional strengths that are not being used, that are not being recognized. Not even people in management might not even know about them. What this does is allow people to reflect the full range of strengths that they have. And where this becomes very valuable to the question that was asked is in fact in this in the analytics. Well, let me go back to the stories. Everybody will get a chance to create their own story. And everybody shares their story in this whole way, so that for the first time, you might see that person with even more understanding. And all of this adds to our ability to, when we come to the final point, is this table, this analytics table, because it will show that we all have certain pronounced strengths and less developed strengths. And if, for example, the task in the project requires this quality of strength, which is acting, somebody who might be extroverted, somebody who likes to get out and meet people, and you need somebody on the team to actually go and call people, to reach people, to motivate people, this team might be very introverted and therefore may not have the strengths actually to deal with that focused strength. So in looking at this as a whole, the team now has a self-portrait of where its balance of strengths are. Here you can see that this team's strengths are very much about thinking and feeling. And really, if you want action, the team, when it comes to the actual team alignment plan, will have to negotiate in a way that says, even though we are missing that fundamental strength as a team, these people in particular who have it even in their third are going to have to be conscious. And it's not just to get the task done, but to compensate and to put extra effort into that strength that nobody particularly has on the team. And that's the way the team can start adjusting the reality of its assets to the actual work that has to be done. So there can be a calibration. I hope that's not too much of an explanation. Sorry, can I translate it again? Yeah. Briefly. Да, я вот про это уже говорил, да, что самое интересное здесь именно основная идея была, что найти возможность команде балансировать в нужный момент, да, во-первых, вытащить те сильные стороны, которые мы про людей, возможно, не знаем, да, в первую очередь, особенно, я говорю, особенно важно вот для меня это именно в тех командах, в которых мы пропагандируем самоуправление, когда это все дается на откуп команде, и, соответственно,
мы знаем теперь, кто нас может усилить в нужный момент, и в нужном месте, да, у нас есть профиль команды, такая таблица, которая нам помогает посмотреть, а что же мы как команда составляем из себя, да, и, соответственно, чего нам не хватает, и в нужный момент, когда появляется какая-то задача, да, соответственно, правильно реагировать. Может быть, это будет какая-то прокачка, не знаю, там, возможно, это будет, ну, не знаю, добавление еще одного человека, да, в команду. Самое здесь важное, именно мы видим сейчас картинку, да, и поскольку вот из моих экспериментов, еще раз подчеркну, что, в принципе, профили достаточно реальные, да, то есть и картинка получается такая интересная, да, и все это на откуп команды дается, да, тебе, ребят, смотрите, вот что будете делать, вы вот такие, да, такая задача, да, соответственно, нужно что-то предпринимать. Окей. And this, let's say that team, that smaller team is part of a bigger group. Mm-hmm. And let's say that the bigger group may have strengths that complement what's missing in the smaller team. If that is possible, if there is that talent pool, this application will allow the facilitator, the team lead, the manager to say, I need a red, you know, yellow. I need somebody who's very good to get out there and knock on doors, but I also need them to be able to manage the budget, you know? So is there somebody in the bigger talent pool that can do that? And so here we have this person who might be a perfect addition to the project, to the task, if that opportunity exists. So that the larger the talent pool, the more one is able to draw on strengths that may not necessarily be immediately available. And at the same time, if there isn't a larger talent pool, these applications actually will show the team that they have to, that team that we were looking at, that team has to compensate in some way for the strengths that they're missing. Because you'll see here in quadrant one, quadrant two, there is no red strength. When it comes, and just to conclude in that vein, when it comes to the team alignment plan, which is still in beta for us, we haven't ported it over to the platform yet. But here is where the project that the questioner was asking about, they would identify that task, that specific task here. And the team itself would be negotiating this together. And in each step, they would discuss who might be, from our perspective, the best person for that particular task. And at the end of that exercise, which takes about 45, 50 minutes, the application will give a readout to the team of what they've agreed to do and who is best to do it. And then in the final step in the process, there's a team charter. And now the team charter gives the team the ability to say, okay, Alexi is going to focus on this because of that. And this is consensus we have. And now the team is able to negotiate how they want to get the work done, what they're going to hold each other accountable for, both in terms of communication and in terms of behavior, so that it becomes a full package that gives that team at the end of these steps the exact understanding about what to do in response to the question that was asked. Mm-hmm. Yeah, it looks very interesting. Okay, I will translate again. Итак, мы вот кратко посмотрели, да, на ту часть, про которую я говорил, тоже, да, про сопоставление скиллов, соответственно,
и задачам, которые у нас перед нами как команды стоят, да, и подчеркну, что здесь у нас, опять же, все это дается на откуп команде, потому что важно именно, чтобы команда участвовала и сама решала, кто же будет это делать и кто же будет выбирать, да. Соответственно, здесь мы больше оперируем тем, что у нас есть, что у нас получилось, и, соответственно, договариваемся, как это будет. Ну и в итоге получается некое командное соглашение, кто кого куда драйвит и как. Окей. Ховард, can you see questions or could you check, please, questions? About, I think, the second one. Does it support custom assessment for team? For example, does some trust anti-patterns took place, applied for us or not? I think what happens in these three steps, and I want to just quickly show this step because it's quite important in terms of the team actually having the ability to co-create something tangible. And in this process of the team, you see here, we're asking each individual to create their own tag. Everybody is given the same set of directions, working with your report, working with the information to actually create something symbolic. And each person does that, and each person sees each other's work. And when it comes to a team exercise, they actually work with this data and actually co-create an artifact together. My point being, in answer to this question, by going through step one, step two, step three, we're talking about 2 hours per session over a 2-3 week period, then it becomes very, very clear to the team itself if there are anti-patterns presenting, if there are issues presenting. This is a opportunity in a safe way to start getting a sense of where those issues might be. So that by the time one gets to the third step, one gets to the team alignment plan, I would suggest that whatever level of understanding the team has at the start, it's a higher level at the end. And therefore, the team itself with its team lead are going to be able to better assess how to compensate, adjust, and balance if any of these patterns were to become evident. This is not for the team to do on its own. Obviously, the idea is to have the project manager, the team lead, or a facilitator providing an objective kind of feedback. Mm-hmm. Okay. Соответственно, быстро тоже переведу. Основной point такой, что при выполнении вот этих упражнений, да, которые заложены в систему, да, команда сама поймет, если при, соответственно, фасилитации, есть ли какие-то антипаттерны или нет по опыту, да, вот опять же работаю с этим модулем. В принципе, сюда можно сфокусировать даже отдельно, наверное, в каком-то разговоре, вот во втором модуле, да, и антипаттерн, попробовать поисследовать эти вещи. Но поскольку мы проводим некие регулярные встречи с командой вокруг этой платформы, мы, в принципе, можем вытащить, почувствовать, что что-то не так, да, кто-то отказывается, и, ну, либо кто-то коммуницирует как-то не так, да, соответственно, это, в принципе, тоже антипаттерн. Ну, и, наверное, можно вот этот графический дизайн заточить, то есть там она, поскольку использует любую платформу, можно заточить именно, втащить туда какие-то особые антипаттерны, дать определение этих антипаттернов, ну, и попробовать сфокусировать беседу вокруг них, в принципе, да. Так, сейчас, I have another question, okay?
Yes, this one. To somehow support people's growing plans. For example, right now that person have no skill with that, but here. Yes, and that is in the actual framework and the platform. We've built expressly a journal which allows the individual team member to actually follow the process of step by step and have the ability to go deeper. And you see here, it says understanding yourself, understanding others, effective communication, practical applications, and advancement. So between this journal, which is self-reflective, which is focused on achievement, and also the actual iStar story, that individual, you see what we're saying here, here is my basic strengths, but here is my idea of excellence. Here are my core values. What will I bring to the team? What do I bring? But what do I need from the team? And so it becomes a very safe, very intuitive way for people to identify what their ideal goals are personally, as a team, as an organization. And the idea is to encourage that reaching beyond our limitations at this point. So, yes, absolutely. Да, и, соответственно, для тех, кто к нам только что присоединился, вопрос был следующий. Вопрос был вокруг развития компетенций, да, людей, поскольку мы здесь затрагиваем некий базис сильных сторон, да, соответственно, есть ли возможность выстраивать некий план развития человека, да, поддерживать его. И, соответственно, Ховард говорит, что да, такая возможность есть. Есть реализованный некий журнал, основанный на персональном росте, да, который, в принципе, можно вести и в более такой безопасной манере поддерживать развитие. Да. Но надо, конечно же, пробовать, смотреть, как это выглядит, но, в принципе, идея понятна. Угу. Окей? Yeah, and in that vein, I want to give a quick example. Okay. So we were working with a project team, and they went through this process, and at the end of the process, it became very clear to the manager that one of the team members had much more strength than their job description provided. And based on how they presented, that person after the session was given a promotion. Mm-hmm. In that same team, there was somebody else who just wasn't able to connect in the same way, and they had to demote that person. So there are very, very practical benefits, because what we're trying to do is reveal the full asset, the full ability, rather than just being superficial. Mm-hmm. Okay. Actually, I think we have only 8 minutes. We're going to be to finish our broadcast. But again, it's only our first conversation, right? And we will continue. We will come back. And of course, it will be very interesting to find some pilots and maybe some teams who will be able to try this kind of platform. Okay? Definitely. Yeah. We want to encourage people to try it. It's like by trying it as a pilot, one will have a much more inside physical feeling of this. Yes, exactly. Yeah. Okay. Если еще вопросы есть, пишите нам. If you have any questions, just let me know.
Okay, Howard, I would like to thank you. Thank you very much. It was really interesting to have this kind of conversation, broadcasting live. I think it's a very interesting experience for me. Okay? Спасибо. Хорошо. Хорошо. Yeah, we'll bye-bye. See you. Yeah, bye. See you. Bye. Все, спасибо, друзья. Соответственно, запись будет выложена. Я постараюсь немножко расшифровать, если нужно, описание на русском. И, соответственно, будем на связи. Все, спасибо.